Всех приветствую! В этом видеоролике расскажу, как открутить масляный фильтр, если у вас нет съемника, на примере двигателя 1.8 TFSI. Сделать это можно с помощью ремня и гаечного ключа. Вместо гаечного ключа можно использовать какой-нибудь другой инструмент. В общем, почему мне пришлось это сделать? Потому что у меня заранее был куплен вот этот съемник, но он почему-то не подошел. К этому фильтру он подходит идеально, а к тому, что был установлен до этого, он там, короче, отличалось количество граней. Теперь почему я просто не продырявил этот фильтр, не открутил отверткой? Потому что мне нужно было залить промывочное масло, поэтому нужно было оставить старый фильтр, а от руки он вообще не откручивался. Теперь показываю, как это сделать. Надо сложить ремень пополам, просунуть его вот сюда и вот эту петлю затянуть вот так вот. Все, смотрим, чтобы ремень не накладывался друг на друга. То есть вот так вот это должно выглядеть. И вот сюда просунуть надо ключ. И теперь вот таким вот образом можно открутить фильтр. Обращаю внимание, что вот это немножко все-таки погнется корпус. Но это не страшно. И в такой ситуации, как у меня, это спокойно поможет открутить без съемника этот фильтр. Ключ можно использовать вместо этого отвертку, но довольно-таки большую. И вот таким вот усилием небольшим. Сейчас, конечно, я не буду откручивать, потому что это все-таки новый фильтр. Не дай бог, он опять потечет. А так, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, всем пока.